Здравствуйте, дорогие друзья! Я Фролов Юрий Андреевич, рад вас приветствовать на моем канале, сайте, блоге. Сегодня очень такой знаменательный день, важный, я его долго ждал, потому что вот мой старый знакомый, товарищ и основатель компании «Витаминут» Александр, который является производителем вот этого чудесного, кто помнит то видео, которое я, кстати, кто не смотрел, под данным видео ссылочку дам, посмотрите, очень интересно, ну, там, 2 года назад, да, мы, наверное, снимали? Это сок проростка пшеницы. Чудесная вещь, просто эликсир. Вот этот чистейший хлорофилл с огромным количеством витаминов, минералов, то есть та лаборатория, как это все производится, где это делается, в каких условиях, меня тогда, конечно, просто поразило. Вы послушайте, посмотрите, не пожалеете, правда, вот о том. А сегодня наша встреча вот в чем заключается. Произведен новый продукт, который я лично ждал и просто мучил человека, когда же это выйдет, больше... Ну, наверное, полугода последних больше, просто приставал больше. Постоянно. Когда же, и вот это свершилось. В чем отличие? Сейчас мы вам покажем. Я просто хочу показать раньше. Вот, смотрите, это была вот такая коробка, она и сейчас есть. В морозилке надо хранить. Мне только что мои помощники принесли из морозилки. Он звенит как. При 28 у меня хранится. И вот 30 таких флакончиков составляет вот такую коробку. Теперь же... В виде порошка, то есть сублимированных таблеток. Да, да. А сейчас мы покажем вам все. Вот такие две баночки малюсенькие заменяют вот такую, вот такую коробку. А теперь, Александр, вам слово, пожалуйста, расскажите нашим зрителям вот именно об этом уникальном новом продукте. Мы сейчас что вам расскажем? Во-первых, что это за продукт? Для тех, кто не смотрел, вот новые люди, кто на канале и интересуется здоровьем, зачем это вообще человеку нужно? Вообще, в принципе, вот сок проростка пшеницы. Потом мы поговорим... Какие преимущества вот таких вот сублимированных таблеток, в отличие от вот таких вот сока замороженного в таких флакончиках? Тут их 30 штук. 30. Вот. Ну, сок уже, в принципе, известен. Многим. Сок ростков, да. Ну, многие еще не знают до сих пор. Конечно, года 3-4 назад надо было очень... Каждому, наверное, из 10 человек, 9-рым надо было объяснять, потому что никто не знал. Что это такое, но, слава богу, он набирает популярность. Наши мощности растут 100% в год, не меньше. То есть, работает просто сарафан. Да, конечно. О чем говорит, что продукт работает. И работает. И работает, да. Это правда. Его, в принципе, задача, она очень общая. То есть, это иммунитет, естественно. То есть, иммунитет натуральный наш... Иммунитет, который борется с многими. А почему проблемами. Иммунитет? Во-первых, потому что чистый хлорофилл, хлорофилл. И это функции кровотворной нашей системы, потому что хлорофилл от гемоглобина нашего, который не отличается. Да, он отличается только тем, что в хлорофилле атом магния встроен, а так 519 атомов тех же самых. Да, да. А в гемоглобине, соответственно, атом железа, а тут те же самые 519 атомов. Поэтому у нас. Идентичные. Да, и причем, кстати, цианкобаламин, то есть витамин В12, то же самое, только там кобальт. Вот. И вот как это происходит, перестройка из хлорофилла, как образуется гемоглобин, он собирается у нас в организме. Это у меня можно посмотреть в лекции кровеносной и кровотворной системы. Ну, во-первых, это первое преимущество, да. Ну, кто-то скажет, ну вот зеленый салат, прочее, так сказать, тоже зеленый, в принципе, тоже хлорофилл. Дело в том, что нету продукта практически на Земле, но до сегодняшнего дня. Который содержит столько хлорофилла, как именно ростки пшеницы. То есть даже крапива, другие 8, ну 10 максимум процентов от объема. А дело в том, что ростки пшеницы это 60-70, ну смотря от цвета на производстве. Хлорофилла, то есть это чемпион по содержанию хлорофилла. Во-вторых, витамины группа В, она практически там вся. Ну, кроме В12 все-таки, потому что понятно, что В12 синтезируют бактерии. Если проще сказать, 90% всех существующих витаминов. Это правда, потому что даже В17 лаэтрил, который вот, он тоже там присутствует. Присутствует, да. Вот, значит, хоть небольшое количество, но есть. То есть это, да, я вот всегда рекомендую тем людям, пациентам, которые есть проблемы со здоровьем любые, от там самых простых до онкологии,
изменения, вот это дает энергию, люди ощущают, некоторые через день-два, некоторые через неделю, но ощущают все подъемы. Все, все практически, это очень, и 100 может один человек не ощутить вообще никакой реакции. Это единственное, не... что время, один сразу может, я про то и говорю, после первого глотка, да, а другие через неделю. То есть это прилив сил энергии, и это неудивительно с точки зрения биохимии, подробно объясняется это в том ролике, что я вот дам под этим видео. И, кстати, есть один вот общий знакомый онколог, да, врач, который тоже вот сам, да, даже на себе... Есть, да. Ну, обычно врачи сами на себе испытывают. Конечно. Всегда. Ну, это нормальные новые, врачи. Новые, да. Да, но он как бы практиковал одним продуктом, потом чисто случайно попробовал наш сок и перешел на наш продукт. Не, ну он просто сам вот как тогда по эскалатору, да, там это прилив сил. То есть он раньше... Да, тоже есть, да. Да, ну, в общем, нет, просто люди действительно себе это ощущают. Пусть это вот кто-то скажет, рекламный ролик, да, конечно, рекламный. Рекламный, но если реклама – это честный продукт, уникальный, разве это плохо? Так вот, давайте тогда так. Итак, значит, хлорофилл, витамины, ну, понятно, минеральные соединения, но вот то, что содержит, набрала в себе пшеница в ее лучшем виде, когда она перешла в новую фазу, дающую жизнь. То есть именно когда из сложных соединений, из крахмалов, там, которые консервированы в самом зернышке, идет, растет новая жизнь, и, соответственно, там распадаются все элементы на более простые, усвояемые, а плюс к тому синтезируются витамины, потому что при росте там синтез до 20-30 раз, например, витамина С идет, в отличие от спящего семечка. То есть это прекрасно. В общем, это витграсс тот самый. Ну, витграсс называют обычно, который в порошок. То есть, ну, витграсс – это ростки пшеницы, да, которые... а есть уже сок, есть сухие, очень... Ну, люди просто понимают, варианты, как да. правило, знаете, у нас за границей пошло таких пакетиках, вот типа, вот, пакетиках, да, у нас да, шоколад, да. Типа, да? Только вот... Но дело в том, что тут сразу скажу, давайте. Что очень аккуратно, это хоть и написано американский или наш да. производитель, все это делает в Китае. В России этого никто еще не делает. Ну, Китай тоже разный бывает, но в России действительно не делают. Не делают никто. У нас есть несколько фирм в России, которые делают вот этот сок. В пакетиках, помните? Вот? Есть. Но это, ребят, это я честно скажу. Вот лучше, да давайте мы даже без комментариев, чтобы никого не обижать, но просто лучше это не берите. Вот не потому, что... Хотя бы, прежде чем брать, присмотритесь фотографии, не просто где вам поднос, а на фоне, допустим, видно кусок гаражных дверей. Кто-то там на фотографии не обращает внимания, но да. это сделано под лестницей где-то в доме. В общем, я так скажу, если не хотите это, а тот, думаете, мы говорим из-за того, чтобы этот покупать, лучше покупайте спирулину, да, то есть там натуральную, органическую, био, только дикую спирулину. Это топ есть. Спирулину, да, тоже вот, хорошая вещь. Изумительная вещь. То есть вот лучше, но тот не берите, просто потому что вот, ну... Мы говорили когда-то. Да, к нам можете приехать, посмотреть всегда, то есть на наши... Давайте фото лаборатории можем опубликовать там? Можем. Кстати, мы сейчас заканчиваем новую фабрику, уже новую, то есть очень большую. Поэтому буквально давайте, через неделю вас жду в гости. Давайте я приеду, и мы сделаем видео. Прямо там можно. Все, дорогие друзья, значит, ловим на слове меня. Вот все, я приеду, мы сделаем видеообзор. Это будет... Мы там расскажем столько интересных вещей. Все, ждите. Сама энергия на фабрике, вы зайдете, вы поймете, что энергетически очень сильно. Там есть несколько моментов, ну я это знаю, хоть и не был, потому как вот мы еще говорили 2 года назад, да, там нюансы, они же, понимаете, технические нюансы, нюансы гигиены, нюансы автоматизации, чтобы не было проблемы из-за человеческого фактора, они сразу понятны без того, чтобы их смотреть. Но для большинства людей лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать, поэтому я приеду, мы покажем. Пощупаем. И вы просто изумитесь, да. Значит, а теперь давайте расскажем, вот в чем же преимущество, почему я полгода вот прям мучил человека, ждал вот это. Ну, давайте я скажу сначала, а потом я объясню, почему я ждал. Вот у нас очень много клиентов в разных городах страны. Некоторые там за 5-6 там, тысяч километров от нас, да. И этот продукт хотели, мы отсылали, ждали там, ну, зимы, потому что летом можно отправить, но это нужен большой термоконтейнер, в общем, это сложности. Это нужна большая термомасса, одну такую или 2-3 не отправишь там за 3-5 дней пути, растает. Пробовали и термомассу, накладывали бутылки со льдом, в термофол упаковали, в эти, ну, 2-3 дня можно, даже летом можно, это мы, ну, правда, объем большой, но это все сложности. Я говорю, как... Это первая причина, то есть дальность, сложность, и хранить вам надо в морозилке, сразу набивать много-много, брать, размораживать, этот момент тонкий, разморозка должна быть, кинуть в воду, чтобы он не потерял, вот он полчаса в тепле, час постоит, да. Он же меняет вкус, вот он, это не то качество, там идет быстрый распад, он
имеет другой вкус, когда моментально разморозишь, что в кастрюлю с такой комнатной водой кинешь, он быстро отдаст свой холод, наберет тепла, и вот еще минут, пока он холодный-холодный еще, холодный, но разморозился, да, да. Его надо пить сразу. Вот тогда он имеет вкус, как тот же самый, как только что выжили проростки пшеницы. То есть надо уловить эти моменты. Сложности. Здесь теперь так. Я, когда пробовал еще давно, полгода или год назад, да, когда только пробные были, давайте откроем, давай, покажем. Значит, запах. В общем, это вот такие зеленые таблеточки, прессованные, сублимированные, значит, высушенные по всем условиям при низкой температуре. Вот этот вот сок проростков, это концентрат. Значит, сколько таблеток заменяет один вот такой флакон? 4 штучки. Вот мы берем 4 таблеточки, и вот эти 4 таблеточки, вот они, это один такой флакончик, который вот тут 30 штук их. То есть, 2 такие баночки, это одна такая коробка. По цене, дорогие друзья, сразу скажу, будет то же самое. То есть, если это было там, ну, 2500-2300 от количества за пачку, угу, то одна такая стоит у нас, значит, сколько? Около тоже 2500-2600. Вот смотрите, 2600 мы говорили до этого. Нет, если 2, да? Если 2, да, курс на месяц. Но мы рекомендуем месяц, потому что эффект лучше, вот, безусловно, больше месяца пить. Месячный курс – это 2 таких флакончика. Давайте теперь так, это будет, значит, Значит, одна стоит одна у нас, полторы, допустим, тысячи. Да, одна полторы. Все, да. А все. 2, то есть, чем больше, тем дешевле. В общем, 2 – это 1600 рублей. Да, 2600. 2600, так же, как прям чуть-чуть дороже, чем чуть-чуть вот эта дороже, банка. Да. И есть такая акция, вот мы поговорили, у нас будет такая цена, только у нас. Мы готовы вам 4 флакончика или больше, ну, например, там, ну, что такое 4 флакончика? На семью из 2 человек на месяц. 4, да, или да, одному человеку на 2 месяца. В общем, 4 таких флакончика, это считайте, как вот 2 коробки, да? Это будет цена 5000, то есть... Да. Нет, подождите, сейчас, по 1500, то есть... 2500, да, 2500 за пару, то есть 5000 за 4 штуки, все правильно. Отлично, но это для ровного счета, соответственно, вот. Теперь, что еще? В любом случае, прайс-лист в правом верхнем углу на сайте нашем nadgard.ru. Это правый верхний угол, общий прайс-лист. И там вы найдете это, вот где у нас всегда лежит вот пока еще вот этот замороженный сок, а под ним будет вот уже появится эта позиция, да? То есть вот это вы теперь знаете. Какие еще вообще тут преимущества? Может быть, пару слов расскажите, насколько вот качественный такой серьезный, скрупулезный подход был в изготовлении? Потому что я знаю, вы же... Ну, чуть ли не сколько, больше года возились с этим? Да, мы почти 2 года возились. Почти 2 года, да. Почему? Если мы хотели сделать быстро, можно было быстро, то есть добавить закрепителей, уплотнителей, да, утяжелителей, и не было бы проблем. Да. Но дело в том, что выпустить без вообще какой-либо капли химии, оболочек, то есть тут видно пыль, вот допустим, угу, это говорит то, что мы не используем ни оболочку, никакой, да, ни натуральной, да, не хотим вообще. Это просто чистый сок, стопроцентный, угу, сок. Угу. Его, допустим, чтобы в воде надо было лучше разломать. Разломать. Вот, да. Ну, ничего, я пробовал вообще. Я просто брал в рот, вот клал. Да, это то же самое. Да. В принципе, если разбавить и раскусить, это сок тот же самый. То есть берем, у него специфический вкус, и я скажу: один в один. Вот, чуть сладше, я думаю, все-таки, да? Нет, конечно, потому что он более концентрированный. Да. Я имею в виду. Вот сам вкус, он один в один, как будто ты выпиваешь, вот тоже он тоже, тоже сладкий, терпкий такой, особый. Не всем это нравится, но тут, как говорится, во-первых, это можно вот запить, ну, и все. Кроме расстояний, да, что преодолевается, еще очень много, половина из людей, которые хотят, но не могут принимать из-за вкуса. Поэтому тут большое преимущество. То есть мне, допустим, я легко выпиваю 4 таблетки сразу за раз. Ну, кому тяжело, там возьмите по 2 или поштучно. Да? Запили большим количеством водички чистой, хорошей. И все. Вы и вкуса практически не ощутите. Это правда. То есть кто не любит специфический вкус, быстро разжевали, запили, а может даже просто проглотили. Просто запили. Проглотили, они растают. Вечером не надо, потому что заснуть будет тяжело. Да. Утром, допустим, и днем. Или утром 4, или утром 2, а днем... Ну, до еды, естественно. Там, да, до еды. Ну, мы как бы рекомендуем потихоньку, так как наш организм постоянно требует каких-то взбучек, да, перемен, чтобы организм не привыкать, начинать понемногу, и потом постепенно можно увеличивать, чтобы постоянно
Надо индивидуальные реакции смотреть. И в начале, потому что бывают такие я случаи с практики своей знаю, что вот не может быть, не бывает, но есть у человека, есть люди с букетом таких заболеваний, что при комбинации некоторых заболеваний диву даешься, от чего бывают реакции разные, непонятные. Поэтому пробуйте вот половиночку сначала, выпили, все в порядке, одну, завтра уже две, да. Все в порядке, пейте сколько хотите. Ну, то есть, ну, там, 4 в день, да. Больше можно? Можно. Если масса тела 100 килограмм, можно 6,7 и 8. Можно, да. Потому да, что, да, так сказать, если серьезное заболевание, вроде онкологии, когда надо кроветворные функции особенно укрепить, то можно 4 утром, днем 2, например. Вот таким вот образом. Увеличивать, да. Увеличивать. Да, да. Это абсолютно нормально. Тут и селен, и прочее. Но, в общем, вот отзывы, какие есть уже тем людям, кому пока в продаже это вот только-только поступает, но ведь сколько полгода тестируется. Да, мы уже как бы в розницу мы продавали, но ждали, как вам сказать, анализы, это хорошая штука, но практика, да, вот люди, когда начинают звонить и благодарить, это совсем другое. Конечно. Это, во-первых, психологически подстегивает, ты уверен в продукте, что он работает. Мы до некоторого пора немножко сомневались, будет работать, не будет. Даже там какие сушки, пневмы. Ну, я помню, вы обращались, когда я анализ глубокий хотели провести. Да, очень вот хотели. Там, но дело в том, что практика, мы еще не доделали до конца анализы полностью, но уже практика о себе сказала. То есть сейчас даже на мой, в основном операторы, да, принимают звонки, но уже мне мои люди, сотрудники, они говорят, что уже посыпались отзывы. И люди уже переходят. Мы, в принципе, это разработали для дальних регионов. Да, вот я и говорю, конечно. Но мы с вами, помните, что вы хотели... Уже наши постоянные клиенты, которые пили сок, которые переходят... даже живут в Москве там. Да, да, переходят на таблетки. Это что-то удобнее. Дорогие друзья, я теперь так скажу честно. Вот, ну, им смысла уже просто нет брать. Ну, кто еще там добрать, конечно, мы рады будем допродать. Вот, но это просто по-человечески. Это гораздо удобнее. Лежит. Да, не надо в холодильнике этот тюбик хранить. Его можно просто. Да, просто приков. Сколько он хранится? Вот именно этот, он больше 2 лет хранится. Больше, при том, что тут никаких консервантов. Ничего нет. Абсолютно. Вот. Это гарантия. Вот. Никаких консервантов. Абсолютно экологически чистый продукт, но производство вы увидите. В общем, вот по этим, не то что отзывы, по этим я знаю, как менялось состояние людей при комплексном, тем более подходе к лечению, да, я всегда это назначаю, обязательно говорю, что это дополнительный плюс. Ну, хотя бы 5% к здоровью там это даст дополнительно, ну, когда тем более серьезные проблемы, а это очень много, каждый процент надо учитывать. А у некоторых людей изумительные реакции гораздо еще сильнее. И еще моя рекомендация. Особенно водородная вода. Вот с водородной водой принимайте, с качественной водой, которая имеет физико-химические свойства, ну не только наличие атомов отрицательно заряженных водорода, но и вообще свободных электронов. Вот то, что мы говорим про ОВП с минусом, то, что с коэффициентом поверхностного натяжения. Посмотрите мои лекции о воде, а с физико-химических свойствах это очень важно. Потому что вода как растворитель, если она работает более активно, то она лучше и быстрее доставляет питательные полезные вещества в каждую клетку, улучшаются обменные процессы на клеточном уровне. Она, эта вода, растворяет и выводит яды, токсины активнее и быстрее. Это очень большое дело. Вот, ну это об этом, что мы хотели сказать. Так, что еще интересного можно? Да, в принципе, ну, единственное, давайте так. Вот есть еще один продукт, который, ну, на мой взгляд, может, я еще пока не так допонимаю, он не так значим и нужен, ну, потому что у нас все-таки аудитория больше люди, которые в теме здоровья, они... Да, да, ну, да, все-таки расскажи, ну, кратко так сказать. Есть, запаломило, то есть... Помните, постоянно был... Ростки. Да, вот, перемолотые ростки. Перемолотые ростки. Ну, они есть в виде порошка на рынке России. Люди некоторые еще до сих пор потают, то есть путают. И это именно сок. Это сок. 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 Именно это вакуумная сушка. Это вакуумная сушка говорит о том, что сохраняет... Все, а, что... так это вакуумная? Это вакуумная сушка. То есть это не просто даже не сублимация. Нет, это вакуумная. Это вакуумные дегидраторы, да, тоже, да, да, используются. Да, как... да. Слушайте, а мы используем, вот я сейчас, а мы используем вакуумные дегидраторы для создания многих уникальных наших продуктов. Кстати, а ну-ка обратите поэтому внимание. Поэтому я и говорю, что не нарушается абсолютно. Абсолютно. То есть это самый высокий уровень, вот в Европе. Это дорогая технология, дорогая. Но
Но тоже гранулы. Да. Похоже по размерам, по крайней мере, только цвет другой. Попробуйте просто интересно. Нет, прям побольше сразу. Это наш шоколад. Ну, просто я по новой уже традиции побольше. Нашим гостям, как бы даю пропуск, мне интересно. И чтобы люди видели реакцию, ну, кто еще думает, сомневается, просто мне интересно, кто честно. Только без всяких. Нет, честно, вкусно. Это молочный так называемый шоколад. Там реально вкусно. Молочко глазерного сами дали кедра. Все компоненты до 35 градусов. До. То есть ни одного, все органическое сырье, это криоло сорт из Перу, био-бобы, это, которые растираются на меланжерах. Вот это 72 часа идет растирка. Она, то есть это, ну, это продукт, которого нету нигде. Самый, вот, его еще, у нас даже из Швейцарии берут, США, в Канаду, во все страны. У нас уже есть заявки. Ну, кто бы подумал, китайцы производят все, да, это. Да, все производят. Но вы знаете, у нас уже есть, да? С Китая три партнеры, которые ждут так уже этот продукт. Ну, здорово. То есть, я думаю, может, они или меньше доверяют своим, или не знаю что, но я думаю, именно после нашего продукт ролика, особенно показа производства, конечно, она смотрит, кстати, зрители в 62 странах мира у меня. Слава Богу. Да, и сейчас, вот, чтобы перейдем, да, к этому, но сначала, так значит... Это, да. А это именно высушенные ростки, ага. Там низкая, небольшая температура, и перемолот и мелкий помол, и вот такая вот штука получается. То есть, Это такой некий тоже концентрат. Там, да, больше клетчатки, то есть она разбухает желудки. Разбухает в воде, да, если можно даже. Да, разбухает моментально практически. То есть это такой хороший еще сорбент, помимо всего. Да, да, да. Ну, все-таки тут, конечно, витаминов намного больше из-за сушки, из-за концентрации и так далее. Вот. Поэтому, чтобы зрители не путали, перемолотые ростки, именно сок ростков. Он темный, вот таблеточки темные, сразу видно, что это сок. И они очень сухие, видите, вот, которые чуть-чуть подержали, уже потемнело вот сразу. Я даже подержал, у меня, ну, рука секунды, вот, да, выделяется, она прям темнеет. То есть сразу. Моментально. То есть настолько там минус, что называется, 0,01% влаги, что, да, она поэтому сразу... и хранится 2 года без проблем. Именно это. Не, а я сразу просто даже не понял. И коли вакуумные дегидраторы, так это ясное дело. Потому что, ну, все. Потому что Да, таким способом делается много лекарств. Вот, это самый щадящий, самый лучший. Как бы еще не придумал. Думали. Ничего. Кстати, у нас тоже есть очень интересный сейчас проект, который тоже, вот я почему говорю, год, ну не год, но почти год уже тоже тестируется, выпускаются партии, мы пробуем, ну, в общем, это, я еще этого не говорил, но скажу, нет, просто я думал, ну ладно, уже можно на этом этапе сказать. В общем, дорогие друзья, скоро будет прорыв, такого не было никогда, и мы первые в России выпускать начинаем корма веганские для кошек и собак. Вот. Более того, это будет первый в мире, я подчеркиваю, корм, веганский корм для кошек и собак, который будет не только сделан из биосырья, но который будет в вакуумных дегидраторах, как самый высокий человеческий вот уровень производства пищевой, так сказать, экопромышленности, да, если так можно назвать. То есть это будет единственный точно в мире сыроедный. То есть там ни одного вареного. Это первый в мире веганский корм для кошек и собак, полностью живой, сыроедный. Там сложности с, как витамины, там натуральные. Потому что даже в Германии, в Англии, вот я тоже, наверное, в общем, применяют только синтетические витамины, даже для веганских корм. Потому что сохранить там трудно. Распадаются, идет окисление, жиры. В общем, это вот почему год это уже идет? Ну, я могу сказать, сейчас уже почти вот к завершению, сейчас уже тестируется, то есть это будет уникальный. Все ингредиенты, нутрициты, все, что нужно для нормального развития там кошек, собак, все будет. Хороший все... продукт тяжело быстро выпустить. Очень тяжело. Мы вот над этим потели два года. Да, два я подтверждаю. Мы и вот... так перепробовали это, и то. И все-таки вышли к вакуумному способу, да? Потому что он самый больший вариантов сохранял. Нет. Вариантов просто нет. Ну что ж, великолепно. Вот я говорю, и я высказался тоже, хотел. Но... Ну, у нас тоже будет продукт через 3 месяца примерно, думаю, 4. Тоже аналогов в мире нету. Но пока дать не будем, да, перегрузка будет. Это на будущее чуть-чуть, да, заинтриговать зрителей. Да, пока не будет. В общем, дорогие друзья, ограничений по этому поводу нет. От детей до любого возраста. Да, единственное, что детям поменьше, не обязательно. Если 4. Если ребенок 6 лет, предположим, то ему просто половинку там можно пробовать. Можно одну,
это никаких проблем, потому что... Это даже употребляли, я знаю лично, дети с очень сложной пищевой аллергией. Да. Которая не то, что они воду специальную пьют. А дело в том, что я объясню, аллергия, это аллерген, это антиген. Вот чтобы зрители, кто еще не в курсе, не бывает аллергии ни на что, кроме как на белки. Например, белок, вот этот вот, например, зерновой белок глютен. На него аллергия, то есть на орехи у некоторых. Аллергическая реакция может быть только на белки, такова природа, это третий курс биохимии института. Так вот, я что хочу сказать, что здесь нет белков, вот, ну в смысле высокомолекулярных. Ну это да. Аминокислоты есть, это очень все, много, все очень. Незаменимые есть, но нету высокомолекулярных белков. А аллергия, дело в том, что аллергия тогда бывает, когда пройдя через желудок, а потом 12-перстную кишку, пища в виде мономеров, она должна в виде микроскопических элементов всосаться в кровь и уже разноситься. Но если в кровь попадает цельный высокомолекулярный белок, непереваренный, а такое бывает, я об этом в своих лекциях по здоровью говорю, то тогда возникает сразу реакция, вот эта автоиммунная реакция антиген-антитела, когда иммунные клетки начинают уничтожать чужеродные белки, которые попали к нам в организм, в кровь. Да, и... Здесь этого не может быть потому аллергии, как раз, что тут нет высокомолекулярных белков. Ну, это один из продуктов, которые их очень мало вообще на Земле, можно сказать, которые не вызывают вообще никакой аллергии. Нет, ну я и плюс к тому, вот качество производства, я, вы знаете, это вы увидите потом. А это то, что ради чего я очень занятой человек, который секунды, вот минуты считает, вот сейчас я... Обязательно поеду. Мы сделали видео очень спонтанно, буквально. Я прямо вчера позвонил, потому что мы хотели на выходные встретиться, потом что-то вот закрутились оба. Я вспомнил, на ряду кучил, позвонил вчера, говорю, надо, потому что вот все. В общем, да, вот... видео никто не готовил, это все. Это просто экспромт такой. Ну, зато душевная такая вот как бы... Мы стараемся даже быстро, потому что знаем, что люди не любят долго смотреть, поэтому заканчиваем уже, наверное. Хорошо. Ничего мы и не забыли, главное сказать. Да, в принципе, нет. Цена единая по всей России, по всему миру. Ну, то есть, его можно отправлять Почта России, это недорого, в любой регион. Нет, мы отправляем там, у нас, как правило, заказывают много по нашим продуктам, так что мы в любом случае, куда угодно, это не имеет значения. Ну, мы отправляем просто, есть такие деревушки, знаете, так кто потребитель? Это Сибирь, это север, где недостаток этих витаминов. И эти деревушки очень тяжело донести без... Нет, Почта России доставляет куда угодно, в маленькие отделения. Тоже мы, значит, по деловые линии, Желдор экспедиции, Да, там Почта России. В общем, смотрите, дорогие друзья, на ярмарках наших всегда подходите к нам. Но это в Москве, правда, в наших магазинах, лавка Фролова в Москве. А так в любой город страны мы отправляем наши биопродукты и даже в мира. Хотите в Канаду, хотите в Корею, хотите куда угодно, мы отправляем. Значит, цена единая, значит, 1500 один тюбик. Два тюбика, еще раз. 2600, ну, в общем, 2600 это... У нас два тюбика по... Да, это на месяц как вот, раз. На месяц. Два тюбика на месяц, да. Значит, 4 тюбика это у нас, соответственно, по... 5000. Да, по 1000... Так, 2500 месячный курс получится. 2500 месячный курс? Да. То есть два тюбика? Да. То есть 4 уже. 4 тюбика. Вот. 4. Ну, хорошо. А если один, соответственно, то цена у нас... 1500, к сожалению. 1500, да. Но это есть такая... Ну, это политика... Ну, нет смысла даже один просто покупать... Просто нет, это политика компании. Эффекта... Ну, нет смысла. Все, значит, итак. Прайс-лист. Правый верхний угол сайта nadgard.ru. Общий прайс-лист, и в нем вы найдете его. Пожалуйста, ставьте количество, какое вам нужно. 2 – это месячный курс, 4 – на 2 месяца для одного взрослого человека. Средний курс, разумеется, можно больше. Ну и 10 штук или там 20, берите сколько угодно. Кстати, а сколько в коробке? Потому что некоторые люди... Коробка, ну, вот коробочка, посмотрим. В принципе, 20 штучек, вот такая аккуратненькая коробочка. Вот. Да, 20 штук, смотрите, 20 штук вот таких вот баночек. Ну, это как раз на, скажем так... Если на одного человека, это на 10 месяцев получается. Ну, если на двух человек, это на 5 месяцев. Если на 4 человек... Если хорошая семья, то это в принципе... То это на месяц, на 2, Разойдется очень быстро. Да, на там, 2-3 месяца, если большая семья. Но зато это, так сказать, смотрите, не будем говорить, будет определенная специальная скидка на коробочку. То есть от коробочки и больше... Смотрите в нашем прайс-листе. Пусть будет вот такой некий пока сюрприз. Ну,
Что ж, я... Можно говорить бесконечно, конечно, будем, о технологиях и так далее. Мы поговорим это на производстве. Вот это будет правильно и кстати. То есть, а сейчас пока достаточно. Ну, благодарю. Все, за то, и что вам приехали. Спасибо. До свидания вам. Все, дорогие друзья, всем самого здоровья. Лучшего. Здоровья. Здоровья вам.